Желаю процветания вашим странам, ведомствам, стабильности, благополучия, каждому из вас удачи и, конечно, здоровья. Wish you all the best to your countries, to yourself. Stay safe and everything good to you. Ну и ждем вас снова в гости. Позвольте, соответственно, товарищ генерал-майор, разрешите от лица группы поблагодарить университет за оказанный теплый прием. Программа нашего обучения была очень насыщенной и интересной. За эти 2 недели мы получили большое количество знаний и впечатлений. Не только на словах, но и своими глазами увидели, как организуется работа по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на нефтобазовых объектах. Ознакомились с объектами пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга. Это очень ценный опыт, и мы будем применять его в своей работе на практике. Хотим сказать спасибо преподавателям курса, а также сотрудникам Международного центра, кто был задействован в организации нашего обучения. Хотел бы особо отметить начальника Международного центра, подполковника Андрея Михайловича Пердина, старшего инспектора Международного центра Марины Тарасович, заместителя начальника Международного отдела Татьяну Ихитченко, также уже моего хорошего друга Артема Юрова. Также хочу отметить и работу курсантов, которые были с нами на протяжении этих 2 недель. Несмотря на их юный возраст, ко всем вопросам они подходили очень профессионально и дипломатично. Хотел особо отметить Ксению, Диану, Яков, Эрин, Дмитрий и Рустам. Город Санкт-Петербург также произвел на всех нас незабываемое впечатление. Мы рады являться частью университета, навсегда запомним этот опыт и надеемся на наше дальнейшее общение и дружбу. Большое спасибо всем. Comrade Mayor General, on behalf of the group, let me thank the university for the warm welcome. Our training program was very rich and interesting. During these 2 weeks, we received a lot of knowledge and impressions. Not only in words, but also with our own eyes, we saw how work it organized to prevent and eliminate emergencies as at oil and gas facilities. We got acquainted with the objects of the fire and rescue garrison of St. Petersburg. This is a very valuable experience and we will apply it in our working practice. We want to say thank you to the teachers of the course as well as the staff at the International Center who were involved in organizing our training. I also want to note the work of the cadets who were with us during these 2 weeks. Despite their young age, they approached all issues very professionally. The city of St. Petersburg also made an unforgettable impression on all of us. We are glad to be part of the university. We will remember this experience forever and look forward to our future communication and friendship. Thank you very much.